школа вашего ребенка будет общаться с вами разными путями. Телефонные звонки, почта, имейл или посылать информацию домой. Пожалуйста, всегда проверяйте информацию, которую приносят ваши дети. Там могут быть табели и оценки, информация о конференции родителей и учителей, справочники и правила, меры по охране здоровья и безопасности, информационные бюллетени и информация о школьных мероприятиях. Не забывайте, что нужно позвонить или посетить школу для обновления вашей контактной информации, когда вы изменили адрес, номер телефона или адрес электронной почты, чтобы школа имела доступ к вам. Если вам нужна академическая поддержка для вашего ребенка или информация о школе, обращайтесь в школу и назначьте встречу. Вот несколько советов. Запросите переводчика, если вы нуждаетесь в этом. Всегда отмечайтесь в офисе и берите наклейку для посетителя. Когда вы планируете встречу, позвольте учителю или директору знать, что вы хотите обсуждать, чтобы они могли подготовиться. Будьте спокойными и вежливыми во время встречи и создайте позитивный план действий. Во время чрезвычайной ситуации, после обеспечения безопасности для учеников, мы сообщим семьям о ситуации как можно быстрее. Мы используем нашу систему уведомления, чтобы отправить звонки, электронные и текстовые сообщения. Вы можете отправить сообщение «Да» на 67587 «Округ и школу». Мы будем также сообщать информацию на веб-сайтах округа и школы. Пожалуйста, следуйте информации в чрезвычайных сообщениях. Некоторые чрезвычайные ситуации могут изменить обычный график школы. Мы сообщим вам, как только ситуация решится.